19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй – боевой генерал, грудь в орденах. Напротив – поп, внизу – попадья и дочка. Спускается с третьей полки денщик. «Ваше благородие, разрешите обратиться, разрешите поссать?» Генерал отвечает: «Иди». Уходит. Спускается вниз поп и обращается к генералу. Но как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь в орденах, а он при вас поссать. Я святой человек, лысину божьими молитвами нажил, а он при мне поссать. Жена моя попадья, честная женщина, девушкой за меня вышла, ни разу не изменяла, а он при ней поссать. Дочь моя, голуба непорочная, греха не знавшая, а он при ней поссать. Генерал говорит: «Успокойтесь, отец, вернется, я ему внушение сделаю». Тут приходит денщик. «Ваше благородие, разрешите доложить, поссал». Встает генерал. «Ёб твою мать! Ах ты пиздоблядское мудоебище! Я для тебя кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, вся грудь в орденах, а ты при мне поссать? А это тебе кто? Конская залупа на солнце блестит? Или лысина святого отца нашего, за грехи наши ебучие молящегося, а ты при нем поссать? А это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого, целка из-за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ней поссать? А это тебе кто? Потаскуха малолетняя? Или дочь святого отца нашего, хуя во рту не державшая, а ты при ней поссать? А ну-ка быстро съебал на третью полку, замотал свое ебало портянкой, и чтоб я тебе не слышал и не видел тебя, и не ссать, и не срать до самого Санкт-Петербурга, нахуй!» «Подпишись, сын мой, и будет тебе счастье!»